Сотни тысяч людей в Лондоне наблюдали за похоронной процессией королевы Елизаветы II. По большей части зрители следили за церемонией на огромных экранах, которые были установлены в разных точках британской столицы. Подобраться поближе к маршруту траурного кортежа было почти невозможно, даже если потратить на это несколько часов. Мы здесь с 6 часов утра. Мы попытались пройти к Гайд-парку и арке Веллингтона, где они должны были перенести гроб в катафалк, но мы не смогли пробраться туда. Я прослужила в армии 10 лет. Я просто почувствовала, что мне нужно прийти и попрощаться, поблагодарить ее за все, что она сделала. Все здесь хотят отдать дань уважения королеве. Люди разговаривают друг с другом, открываются друг другу, ведут себя дружелюбно. Возникает огромное чувство общности. Я думаю, именно этого хотела бы королева. В Шотландии, где Елизавета II скончалась, за похоронами наблюдали по телевизору дома и в барах. В парке Холеруд в Эдинбурге установлен огромный экран, как в Лондоне. Схожая картина практически во всех британских городах, а также и во многих других странах, в первую очередь в государствах британского содружества.